теперь открытый российский кинофестиваль «Киношок», не фестиваль стран СНГ и Балтии. С этого года конкурс будет строиться на фильмах, снятых на территории России в разных республиках, областях. Поэтому в конкурсе будут картины из Якутии, Карелии, Башкирии, из Кабардино-Балкарии. Я думаю, это будет очень интересно, потому что сегодня кинематограф там развивается и динамично. Будет отдельный конкурс документального кино и отдельный конкурс короткометражного, но, впрочем, он и раньше существовал. И все эти три конкурса будут проходить в кинотеатре «Мир кино» называется, да, вот бывший кинотеатр «Октябрь». И нам это будет очень приятно, потому что фильмы посмотрят не только кинематографисты, гости, участники, но и зрители Анапы. И мы всех приглашаем на наши просмотры, которые будут проходить с 4 по 8 сентября. Там же будет и жюри вместе со зрителями, с гостями, участниками фестиваля смотреть эти картины. Также пройдут традиционные гастагаевские встречи, концерт артистов кино в городском театре и кинопоказы под открытым небом на Театральной площади. Особенно зрелищными обещают быть церемонии открытия и закрытия, на которые в этом году сможет попасть любой желающий. Мы ожидаем в наших церемониях актеров, которых давно здесь не было. На церемонии открытия это будет Юрий Стоянов, Наташа Королева, знаменитый ансамбль из Адыгея «Нальмес», Сергей Шустицкий, Светлана Тома. На церемонии закрытия Ирина Медведева, Ольга Прокофьева, Аристарх Ливанов. Ждем еще некоторых звезд, о которых я не буду говорить. Но в связи с этим в этом году мы даем возможность и простым зрителям попасть на церемонию, потому что будут продаваться билеты и по очень небольшим ценам. Тем, кто хочет выбрать лучшие зрительские места, стоит приобретать билеты заранее. Сделать это можно на официальном сайте летней эстрады или в кассе. Стоимость всего от 800 до 2000 рублей.